Приветствуем всех посетителей канала и сайта archoprus.com. Это видеообзор на музыкальный собор, который называется «Зима» или «Русская тройка». Собор выточен из дерева массива липы. Нижняя часть округлая, внутрь помещен механизм, музыкальный механизм, который работает просто от пружинки при ручном заводе. Верхняя часть выполнена как копия собора Василия Блаженного с разноцветными куполами. Вверху поставлен крест. Как этот собор работает? Вы его заводите с помощью поворота ключа. Игрушка начинает крутиться вокруг своей оси, играет музыка. Обращаем ваше внимание, что мелодия может быть разная. Это может быть «Калинка», «Малинка», «Катюша», «Подмосковные вечера». Если для вас это принципиально важно, просим уточнять у администраторов сайта или консультантов, какой для вас предпочтительно собор, в какой расцветке и с какой мелодией. Роспись выполнена вручную. Вокруг изображена бегущая тройка, как символ России, снежный пейзаж, снегурочка. Также, поскольку это все ручная работа, могут встречаться другие сказочные персонажи, также быть нарисованы избушки, храмики. Соборы не повторяются. Это все ручная работа, каждое изделие уникально.